Луганский театр эстрады Александра Беляева «Ростовые куклы» давал гастроли в ДК имени Тараса Григорьевича Шевченко в воскресенье и понедельник 20 и 21 ноября. Спектакль назывался «Панда в Диснейленде». Как всегда, «Ростовые куклы» собрали полный зал малышей, ибо зрелище это действительно впечатляющее. В сюжете спектакля были задействованы любимые мультгерои малышей. Том и Джерри, Заяц и Волк, Сыщик-пес Снупи, Поночка и кунг-фуист Панда. Герои спасали Поночку от хищных клыков волка Вовы. Искали ее любимую игрушку, спасали кассеты с любимыми мультяшками от отрицательных персонажей. Всех помирил добрый панда, который привык всегда всех мирить, несмотря на знания кунг-фу. Детям спектакль понравился, несмотря на то, что звук шел под плюс и было много шумовых эффектов. А может быть, именно поэтому малыши все воспринимают не так, как мы взрослые. Понравились конкурсы для малышей и их родителей, которые проводились в антракте представления. Дети участвовали в моментальных спектаклях, от чего получали массу удовольствия. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».